Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Основу мы на финансовых рынках и, как и всегда, говорим о ключевых фундаментальных событиях, оказывающих самое большое определяющее влияние на динамику финансовых активов. Два дня осталось, собственно, до завершения 2019 года. Друзья, наверное, странно слышать от меня такие вещи, но я все-таки скажу, что всех денег не заработать, поэтому, наверное, было бы неплохо сейчас также и вам подумать о том, чтобы начать фиксировать какие-то позиции и уже собираться на новогодний настрой, готовиться к празднику и, собственно, думать о чем угодно, только не о спекуляциях на финансовых рынках. Ну а для тех из вас, кто остается предан все-таки своей торговой активностью, которую вы проявляли на протяжении всего 2019 года, я буду продолжать держать вас в курсе того, что происходит. Поэтому, собственно, и сегодня брифинг мы записываем, и завтра брифинг также будет по расписанию. Давайте сегодня вкратце поговорим об основных финансовых активах. Я думаю, что нет смысла сейчас распыляться по инструментам, которые мы обычно разбирали. Если какой-то актив сейчас выпадет все-таки из моего обзора, и вас он при этом очень сильно интересует, вы, пожалуйста, тогда в комментариях к сегодняшнему брифингу можете задать вопросы, и я с большим удовольствием поделюсь своей точкой зрения. Сегодня я предлагаю сфокусироваться буквально на 4-5 основных финансовых инструментах, и начнем мы давайте с нефтянки, которая развивает восходящее движение 67.01. Это текущая цена Брента, друзья. Это, в принципе, один из первых целевых ориентиров, которые я выбирал для себя в качестве вот того, на что нужно замахиваться. Поэтому, поскольку 67 мы, в принципе, достигли, я достиг, я считаю, что до конца этого года цель может быть даже перевыполнена. Я понимаю, что можно и разумно сейчас было бы сохранить длинные позиции, потому что новостной фон у нас располагает только к дальнейшему росту. Но я вот сейчас выйду все-таки из длинных позиций, точнее, я уже это сделал, для того, чтобы немножко перераспределить части своих депозитных возможностей на другие инструменты. Мне очень вот кажутся заманчивыми текущие уровни по евро, когда мы протестировали сопротивление 1.12, для того, чтобы увеличить короткую позицию и в расчете уже на то, что в 2020 году, соответственно, нисходящая динамика принесет свои плоды, и мы сможем подобраться и уж точно протестировать поддержку 1.10. Я понимаю, что может быть несколько завышенные сейчас ожидания, учитывая то, что евро активно растет. Но я не верю в рост главного валютного риска, потому что он кажется мне довольно странным с учетом той политики, которая проводится Европейским центральным банком. Да, сейчас рост евро можно объяснить тем, что снижается доллар. Сейчас, в принципе, трейдеры склонны рисковать, потому что мы готовимся к первой фазе, подписанию первой фазы торгового соглашения США и Китая, что должно лечь, по идее, в основу уже, в конце концов, и двухсторонней торговой сделки позже в 2020 году. Ладно, вернемся к нефтянке. Все-таки объясню, почему сейчас нефть чувствует себя очень даже неплохо, потому что, опять же, США и Китай стали договариваться. Периодически мы слышим комментарии и от США, и от Китая о том, что будут продолжены работы по тому, чтобы первая фаза переросла во вторую. Сейчас обсуждается церемония подписания, может быть, несколько преувеличен эффект последующего назначения первой фазы. Но, как я уже отметил, друзья, ранее, раз рынку сейчас этого достаточно, то тогда нам не нужно мудрить и пытаться развернуть очевидный позитив сейчас в какое-то негативное русло. Если рынок верит в то, что первая фаза может быть продолжена дальше и второй фазой, и такими же конструктивными переговорами, давайте также верить. Помимо ожидания сделки между США и Китаем, помимо того, что
Это скажется благоприятным образом на мировой экономике. Поддерживает также сейчас спрос на котировки нефти. Еще и позитивная статистика по Китаю. Давно мы ее не видели. Промышленное производство в прошлом месяце выросло на 5,8%, в то время как 2 месяца назад просело почти на 10%. Считается, что на фоне такого буста в промсекторе, на фоне прогресса в переговорах торговых США, в следующем году китайская экономика может расшириться до 6%. В частности, это пересмотр прогноза экономического роста Поднебесной с улучшением, потому что раньше мы ориентировались на цифры 5,8%. Ну и, конечно же, друзья, поддерживают цены еще и статистика по запасам. После Американского института нефти, который сообщил о снижении запасов, администрация аналитической информации в пятницу нас также порадовала. Мы ожидали, что на фоне резкого сокращения импорта логично сейчас ожидать то, что запасы будут проседать, и запасы нефти действительно снизились на 5,5 миллионов. Это неплохо, друзья, это даже круто. Надеюсь, что это новая тенденция, мы с ней поработаем дальше уже в 2020 году. Но я повторюсь, друзья, нефть буду разбирать, безусловно, как и всегда. Но пока что я выхожу из длинных позиций, потому что считаю, что этот актив дал возможность заработать, и, наверное, нужно эту возможность уже реализованную просто взять с рынка. И, как говорят многие фондовики и те, кто работает на валютном рынке, перевести фундаментальную идею уже в реальный кэш. Доллар-иена 109.12. Американская валюта сейчас находится под давлением. Я считаю, что есть две причины. Ну, во-первых, это опять же ветер дует со стороны США и Китая, потому что сделка, причина повышенного спроса на рисковые инструменты. Доллар – это не рисковый актив. Напротив, когда мы говорим об аппетите к риску, снижается спрос на защитный инструмент. И логичным образом многие крупные игроки начинают сворачивать свои длинные позиции. Коррекция по ним приводит к откату. Я думаю, что в 2020 году мы с вами вернемся к длинной позиции по доллару и иене, потому что на фоне уже завершенного рождественского и новогоднего ралли нам придется снова упереться в какую-то фундаментальную идею. Этой идеей станут либо дальнейшие переговоры США и Китая, либо политика Федрезерва. Ну и в первом и втором случае, я думаю, что мы найдем причины, по которым доллар против иены, друзья. Это ключевой момент, можно будет покупать. Золото 1514, золото активно растет. Я думаю, что мы точно доберемся до сопротивления 1550. Возможно, понадобится нам, конечно же, больше времени, чем остаток 2019 года, ну, точнее, разумеется, больше времени. Я думаю, что в 2020 году, в январе, можно попытаться добраться до этого уровня. Поддерживают цены на золото сейчас снижение доллара, а также сообщение о том, что Россия решила разместить часть средств фонда национального благосостояния именно в этот инструмент. Ну и не забывайте также про праздники в Китае, которые традиционно коррелируются со спросом на золото. Евро против доллара 1.12. Здесь сказать, друзья, мне нечего, потому что по фундаменту мы с вами очень много говорили. Ранее статистики в пятницу не было. Более-менее интересные данные пойдут только в этот четверг. Ну, там, разумеется, мы с вами встретимся и обсудим все. Пока что я не вижу причин для того, чтобы долгосрочно выходить из коротких позиций. И, как я уже отметил, часть капитала, который мне удалось высвободить из длинных позиций по нефтянке, я сейчас отправляю на дополнительные продажи главного валютного риска. И фунт против доллара 1.3119. Друзья, фунт сейчас также растет на локальной слабости доллара, на повышенном спросе на риск. Еще Еврокомиссия сообщила о том, что будет настаивать, о том, чтобы Джонсон все-таки не мудрил и оставил как минимум текущий срок переходного периода вот в силе, это до конца декабря. Точнее, до конца 2020 года. Я еще хочу отметить, друзья, вам позитивный момент для тех, кто так же, как и я, покупает фунт. Джонсон сделал очень интересное наблюдение о том, что ратификация соглашения с Европейским Союзом и последующее согласование условий, при которых Англия сохранит доступ к единому европейскому рынку и таможенному союзу, приведет к самому настоящему инвестиционному буму и к росту британской экономики. Очень много денег вернется обратно в Великобританию. И на фоне улучшения экономической конъюнктуры, инвестиционного климата и притока новых капиталов и ликвидности, Банк Англии
скорее всего, будет рассматривать уже возможность как необходимость не снижения процентной ставки, а ее повышения. И учитывая то, что в конце января сменится руководство британского регулятора, я склонен полагать, что эта идея взята не на пустом месте и вполне может быть реализована. Повторюсь, друзья, я держу длинные позиции, считаю то, что в этом году мы можем ориентироваться на прогноз Standard Chartered, которые еще неделю назад предлагали своим клиентам покупать британца против доллара и ждать цель 1.4 в рамках 2020 года. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.